Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Спецназ против зомби». Мы с тобой остановились на 14-й миссии в аэропорту. Но мне кажется, что я все равно не пройду, даже если сейчас начну. Давай мы, наверное, с тобой перейдем в центр города. Вау, тут у нас... Слушай, очень много звездочек не хватает. Очень много, даже на первой миссии у меня вообще ни одной. А в чем там проблема? Давай посмотрим. Так, зомби-бегуны, вот что. Слушай, ну... Слушай, они, по-моему, не только бегут, они еще и прыгают и перепрыгивают через барьер, насколько я помню. Сейчас посмотрим, ребят. Так, у нас с вами сколько здесь? Одна дорожка? Допустим. Так, я готов. Ну, поставим для начала мину. Допустим, так. Посмотрим, пробегут они. Так, сюда мину. Замечательно. Ох ты, сундук какой там классный вылетел у нас, ты видел? Так, погоди-ка. Ну, пока довольно все легко и просто. Я не знаю, в чем проблема, почему мы с тобой не могли пройти. Что я сделал? Так, погоди. Да блин! Так, секунду. Кто-то... нифига себе! Они ниндзя убили у меня. Так, нам придется переиграть этот уровень с тобой. Чего? Харе! Так, щит, щит, срочно щит вызываем. Я совсем забыл, ребята, да, ниндзю, конечно, убили. Поэтому три звезды не получится. Ну, две должно быть точно. Ой-ой-ой-ой, да, немножко лопухнулся я, конечно. Да, две звездочки. Ну, меня такой расклад не устраивает, ты сам прекрасно понимаешь, да? Поэтому я буду переигрывать. А вот то, что сундук у нас здесь такой шикарный выпал. Нифига себе. Загрязненный золотой сундук. Да я его, поставлю на активацию. Так, это мы с тобой... О, одну звездочку отыграл, потраченную. Сколько он будет? Ничего себе. Сутки, друзья мои, сутки будет открываться этот сундук. Слушай, 79 звезд. В первый раз такой. Выпадает мне сундук. Обычно железный выпадал. А тут золотой. Короче, смотри, ниндзя нам, наверное, здесь с тобой не понадобится. Нам понадобится здесь следующее. Так, тут 200. Да, пруд должен выйти побыстрее. Хотя не факт. Не факт. Они будут бежать. У нас с тобой мины, замедляшки. В принципе, мы должны успеть. Но мне нужно еще кого-то поставить. Давай я поставлю огнеметчика. Поехали. Так, секунду, поехали. Нам нужно пройти первый уровень на три звездочки. Я звезду, как говорится, дарить никому не собираюсь. Да все, 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 это понятно. Все, чисто, чисто, беги, беги обратно. Так, мину. Вот так мы с тобой сейчас пока сделаем. Угу. Так, меняем. Обязательно меняем, друзья мои. Так, теперь будет у нас... Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Отлично. Они должны здесь выстрелить. Я в них верю. И огнеметчика я поставлю сюда, пусть он стоит и жарит их. Единственное, что он немножко мне мешает. Мешает выбирать именно снайпера. На-ка. Так, это я еще понимаю, волны нету, да? У огнеметчика очень быстро заканчивается, кстати, этот, заряды. Очень быстро. Так. Все легко. А чё? Даже музыки не было.
Интересно, куда музло-то исчезло у нас? Ну, в общем, теперь я вполне доволен. 3 звезды, как и должно быть. На этом уровне что у нас не так? Слушай, огнемет мне что-то не понравился, если честно. А вот что вот это за штука? Орбитальный удар, я не помню просто. Давай я его, наверное, возьму. Посмотрим. Так, здесь у нас сколько? 2 дорожки или 1? Ой. Подожди, подожди, а что это? Да ну. Это вам для начала, супостаты. Так. Здесь, значит, еще и такой ханорик, да, вылазит. Будем знать. Сейчас мы с тобой проверим, кстати, что за удар орбитальный такой у нас тут. Так, секунду. Ага, вот он как работает. Этот орбитальный удар. Я могу снайпер куда-нибудь поставить? Могу. Слушай, ну пока довольно неплохо все. Ага. Этот вылазит из канализухи. Но он свою получил. И получит. Срочно мину. Слушай, ну я считаю так, друзья мои, что мину надо прокачивать. Она очень хорошо помогает. Особенно вот на ранней игре, когда эти бегут охламоны. Так. Что не так опять? Ой, хорошо-то как. По-моему, идеально. Слушай, вот этого надо было поменять нам прута, иначе бы его убили бы. Но, к счастью, игра уже закончилась. Так, замечательно. Сколько нам? Еще 3 звезды нужно, да? До получения следующего уровня. Окей. Так, сколько у нас тут? 2 звезды не хватает. Так, здесь у нас эти чуваки, да, с противогазами. И опять же прыгуны. Зомби-прыгуны. Ладно, давай проверим. Тут уже 2 дорожки у нас, как ты видишь. На 2 дорожках очень тяжело, ребята, вести контроль. Я уже молчу про 4 дорожки. Сам должен понимать прекрасно, что это все очень сложно. Так, давай вот так сделаем с тобой. И еще происходит. Но он хорошо, что он быстро его вырубил. Так, щит. Ты, кстати, не вовремя встал и не там, где нужно. Начнем с этого. Совсем не там встал. Ай-яй-яй. Слушай, плохи дела. Блин, вот эти вот мешаются здесь вообще не в тему. Короче, что мы с тобой сделаем? Давай, наверное, вот так. Здесь поставим мину. Сюда поставим прут. И мне нужен щит. Ребята, мне нужен щит как можно быстрее. Так. Минус. Щит. Вот сюда мне надо его поставить. Блин. Что происходит? У меня что, погиб щит, что ли, один? Или мне кажется? Так, тут все нормуль. Да ё-моё, вы прекратитесь когда-нибудь, а, или нет? Так, опять у нас тут щит покорёбанный. Ну-ка. Есть. Да, друзья мои, отлично. Все 3 звездочки. Так, сундук обычный выпадает нам. И следующий уровень у нас идет 4-й. Тут у нас... Так, а что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Зомбариха, скажи-ка мне на милость. Хо-хо-хо, я даже не знаю. Надо проверять.
Она в наушниках, да? Типа спортсменки. Да что ты будешь делать-то? Вот как меня раздражает, ребята, что вот они очень быстро начинают бег свой. И что вот я здесь могу сделать? Вот в данный момент. Вот теперь, да, теперь я могу. Так, здесь теперь вышел охламон. Почему, блин, щит? Я его... Трындец какой-то. Я даже не успел, ребята, его никуда вывести. Просто я не успел его даже никуда вывести. Он уже поставился. Так, я, кажется, сундук, ребята, хороший подобрал. Так, давай-ка вот сюда поставим этот. Вот они, ребята, эти спортсменки. Уж не знаю, что они там делают. Так, погоди-ка, кто-то здесь у меня покореженный, нет? Или мне показалось? Да нет, все нормальные, все целенькие. Вот смотри, опять, что с игрой не то, ребят? Я вот просто нажимаю на щит, он сам по себе выходит. Еще волна. Готовимся. А зомби, которые с канализации вылазят, они очень сильно нам мешают. Очень сильно. Так. Слушай, ну по-моему идеально мы тут с тобой разобрались. Че, еще волна что-то? Нет. Да. Все прекрасно. Друзья мои, новый уровень, 14. Я получаю максимальный уровень. Чего? Оградки. Ну как, не максимальный, но 189 защиты. Плюс ресурсы и левел. Прекрасно. Да, вот он, ребята. Железный ящик — это максимальное, что я получал. А вот тут вот, ну это, конечно, меня радует. Золотой, я представляю, тут в железном-то много наград. А в золотом, наверное, вообще тонны полезных вещей. Так, что мне тут предлагают купить? Золотой ящик за 25 гемов. Звездочек, давай. Ох ты, деньги. 6 звезд. Заморозка. Так, дубинка. Дробовик. Ботиночки. Заморозка. Антидот. Тазер. Скар. Пруд. Так, Эль и железо. Я что-то думаю, ребята, это должно быть такое же. Ну, приблизительно столько же наград должно быть и в загрязненном золотом сундуке. Так, ну что? У нас с тобой пятая миссия. Пятая миссия. Здесь, ну, те же самые зомбики, я думаю, в принципе, должны справиться без проблем. Две дорожки, как мы видим. Опять эти бегуны. Ну, начинаем, естественно, с раскладок. Выкладываю мину. Надо, чтобы вдвоем они взорвались. Да. Так, тут замедляху ставим. И вызываем сразу пруд. Вызываем сразу пруд. Здесь ставим щит. Сюда мину. Потому что вон вылез охламон, ты видишь. Замечательно. Так, и сделаем с тобой снайпера. Единственная проблема... Да-да-да-да-да-да-да. Вот в этом, ребята, проблема. Но успел у меня щит выйти. Точнее, пруд. Вот, она все-таки прыгает. Она все-таки прыгает, друзья мои. Так, опять обычный ящик. Так, давай-ка я мину сделаем сюда. Замедляху. Ух, шикарно. Давай сделаем так. И вот так. Мне не нравится, сколько здоровья этого прута надо заменить. Иначе погибнет. Так, куда ты бежишь, а? Хедшот. На. Пока все, ребята, нормуль.
Так, волна, что ли, собирается бежать на меня? Похоже, да. Ставим мины. Так, минус. Не забывай обратно вставлять мины. Это самое главное, ребят. Если чуть-чуть прозевакаешь, все, можешь встрять конкретно. Но тут, слава богу, нам повезло. И я считаю, мы достойно здесь сыграли. Фу, что там? Не надо мне этот ящик открывать. Перебьемся как-нибудь. Ё-моё. Баскетболист фигов, да? Если я не ошибаюсь, это он бросает свой мяч. Как боулинг. По земле его катит. Могу ошибиться, точно не помню. Так, у нас там уровень-то этот 6-й. 3 звезды нужно, да, здесь нам получить. Слушай, да я вообще гляну, где у меня мои бойцы. И кого я могу в конце концов прокачать. Ведь кого-то же могу улучшить. Так, подожди. Не улучшить, а как там. Да ё-моё, как там посмотреть нам. Вот. Что вот? Нам нужен 10 уровень. А я в данный момент какого уровня? 9. Все, ребят, блин. Давайте улучшать. Завершить сколько? 37 звезд. Нет, ребята, а знаешь, через сколько? Через 9 часов он получит. Но я тебе скажу следующее. Как только он улучшается, мы с тобой берем ему вот эту вот винтовку. По идее, должно быть так. Урон увеличен. Вместимость магазина уже 4 патрона, а не 2, как было. Но время перезарядки, конечно, будет меньше. Ну, а пока мы с тобой деремся прежним составом. И будем смотреть, что это за зомби-охламон, что он делает и чем он опасен. 3 дорожки у нас уже. Так что нужно быть предельно аккуратным. Контролировать становится все сложнее и сложнее. Вот вылез, а. Нормуль. Так, сюда вызываем сразу прут. Сюда щит, блин. Допустим. Главное, чтобы не было бегуньи. Она может перепрыгнуть, вот в чем опасность. Так, прут, выходи. Так, теперь вызываем щиты. Теперь вызываем щиты, естественно, замедляшки. Вышел, такой довольный. Так, секунду, 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 секунду. Растерялся что-то чуть-чуть. Почему мне не хватает на щит? В плане мне... Вот. Блин, мин ни одной нету. Стою тут, дерусь. Снайпер, снайпер. Раз. Два. По-моему... По-моему, пока справляемся, ребят. Стоп. 1 прут, ребята, в опасности. Меняем его. Да чтоб тебе, не того снайпера, блин, берешь. Так, все там хорошо вообще идут. Так, минус, минус. Так, этого одолели. Я все время про мины забываю, а. Мины, 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 конечно же, мины. Твою налево, чё? Что происходит? Так, убрали.
Да что ты... Кто-то погиб. Ай, друзья мои. А знаешь, почему погиб? Потому что сюда кислоту сбросили. То есть этот уровень мы с тобой на 3 звезды не пройдем. Кто-то погиб. И уничтожил его именно этот баскетболист, который пришел. Да. Ну да не беда. В следующей, ребята, серии, я думаю, мы с вами пройдем. Ну, а сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.